Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас будет видео о моих покупках с AliExpress, о покупках для моих малышей. Это видео одновременно я загружу и на свой канал, и на канал детей, потому что и там, и тут смотрят меня разные зрители. Есть, конечно, одни и те же, но есть разные зрители, которые хотели бы, наверное, знать, что я покупаю своим деточкам. Итак. Порядок в шкафах не наводила. Сейчас все будет в разброс. Ну, потихонечку поехали. Тут и для дочери, и для сына все вместе. Поэтому все будет вот так, вот так, вот так. Вот как обычно у меня бывает видео. Поближе что ли подвинуть. Мои лопатуськи сейчас спят. И у меня есть, наверное, буквально минут 15-20, чтобы заснять это видео. Если я успею. Итак, буду смотреть по очереди. Поехали. Платье. Это платье с рубашкой. С кофточкой, точнее. Кофточка отдельно может одеваться. Платье отдельно. Так, вот такая. Это все хлопок. Хлопок вот такое вот прекрасное качество. Так. Красивые такие рукава. На рост 100 сантиметров. И отдельно платье. Вот такое вот платье. Сзади вот так оно выглядит. Можно носить, в принципе, и с другими кофточками. Можно носить вообще без кофточки, как вам нравится. Носится оно вот так, как я изначально показала. Я в восторге от этого платья. Оно смотрится очень стильно, хоть ничего лишнего нет в нем. Цвет такой, знаете, не яркий, но смотрится очень-очень-очень хорошо. Размер, конечно, моей дочери большеват, это на вырост. По-моему, я взяла самый маленький. Это размер 100. Советую. Однозначно я советую эту вещь. Идем дальше. Все в разброс. Это свитерок я брала. Кому подойдет, тому подойдет. Скорее всего, подойдет сынуле, потому что дочь вообще не любит у меня ничего, что закрывает у нее горло. Я, наоборот, люблю. Свитерок, он очень теплый. Вот такой вот свитер. Акрил. Внутри еще вот такой утепленный. Толстенький, тепленький очень свитер. Его я взяла, знаете, носить с какой-нибудь легкой курточкой зимой. Не сейчас, не осенью, не весной, а именно с такой самой-самой зимой. Чтобы было в чем ходить. У него прям и рукава тоже утепленные. Качество хорошее. Все вещи, по-моему, все вещи хорошего качества. Так, пару мелких ниток, наверное, торчат. Торчали, я уже и не помню. Это давно купленные мною вещи, когда я еще в Дагестане была. Это с Дагестана вещи со мной приехали. Вот. Так что, так, вешать буду потом. Советую. Вот этот вот костюм, который я очень-очень люблю. Сегодня тоже дочь в нем ходила. Она его часто, кстати, носит. Я, точнее, на нее часто его одеваю. Фокус. Мне он очень нравится. Он очень нежный. Очень такой прям девочка-девочка. Стирала я его уже пару раз. Вот такая вот жакетка. Так, это мы сегодня на улице были, травку щипали. Жакетка здесь на пуговках. Расстегивается все. Смотрите, какой красивый воротничок. Качество хорошее. Здесь такие рюшечки. Это завязывается красиво, такая завязка. Какие рукава, посмотрите. Красота. Я же говорю, мы сегодня гуляли в нем. Единственное, у него есть минус. Все-таки как же без минуса? Видите, да, вот такие мелкие-мелкие катышки все-таки появляются.
Ну, мы его носили уже раз 7-8, наверное, я эту жакетку на нее одевала. Поэтому, в принципе, как бы нормально. Сзади чуть-чуть длиннее, жакеточка спереди короче. Ну, просто сама нежнятина. И юбочка такая простенькая, вот такая вот юбочка. Вот так это все смотрится. Ваша девочка будет прям принцессой-принцессой. В таких вот вещичках. Юбочку можно отдельно носить с чем-то другим, точно так же, как и кофточку. Тоже однозначно советую. Размер я не знаю, не помню какой. В принципе, вам какие размеры я брала, наверное, ни о чем не говорит. Поэтому смысла не вижу, какой там я размер брала, рассказывать. Если не забуду, я внизу напишу, какой размер я брала. Это нет, это нет, это... Так, нет, это не Алиэкспресс. Это нет, это нет, это нет. Это да, вот. Алиэкспресс. Тоже на вырост. Точно такой же костюм я взяла и племяннице, брата невесткиной дочери. И мне понравился, я решила взять своей дочери тоже. Так, где у него перед? Вот. Вот так вот покажу я. Вот такая вот кофточка. Тоненькая, красивенькая кофточка. Смотрите, какая нежная. Такие рюши аккуратненькие. А на нем, по-моему, было немного ниток. Кажется, да, было. На эту кофточку надевается вот такой вот цветочек. Хотите сюда, хотите сюда, хотите сюда. Ну, куда хотите, сюда его и цепляете. В принципе, вот так цветочек. И вот такие вот шортики. Вот так это все смотрится. Мы его, конечно, и носили, но я еще раз говорю, он на вырост у нас почему-то написано размер 7. Я не знаю, что это означает. Шортики такие... Типа с карманами, но это, конечно, не карманчики, просто так вот рюши. Вот такие вот рюши пришитые, широкие. Будет смотреться как юбочка. Здесь на резиночке. Ну, кажется, шорты можно, в принципе, и года два носить, это точно. Так, идем дальше. Ну, давайте дочки на все. Юбка вот такая. Как она мне нравится, какое у нее хорошее качество, какая она нежная. Она просто-просто отпадная. Размер у нас 100. Почему-то вот снаружи все. У большинства вещей вот размеры были снаружи. Сейчас я покажу снутри. Вы сами посмотрите. Качество просто-просто-просто-просто. Просто кайфовое. Вот так это все выглядит. И, конечно же, снаружи. Снаружи тоже посмотрим, как это все выглядит. На резиночке. Ну, моей дочери и сейчас, в принципе, она будет хорошо, но у нас еще не так прохладно, чтобы носить такую юбочку. Она просто бесподобная. И цвет такой, знаете, который подойдет под все. Цвет потрясающий. Качество. Она очень нежная, приятная. У него самой, по-моему, есть юбочка плиссированная вот в такого цвета. Так, вот такая вот юбка. Нам она большевата. Ее только если через годик или в конце весны, если доча моя так подрастет, подрастет. Тоже хорошее качество. Здесь, по-моему, в составе была шерсть. Это я вам внутреннюю сторону показываю. Подол, видите, какой? Здесь есть резиночка на поясе. Очень хорошего качества юбочка. Если вас не смущает такой цвет, который, кстати, сейчас в моде, то можете смело брать.
Так, еще что у меня для дочери? Так, вот это вот платье. Мы будем его носить этой зимой. Цвет у меня в телефоне очень яркий, в реальности он такой вишневый. Но там очень яркий красный. Не знаю, как будет на вашем экране, у меня очень яркий красный цвет. Вот так вот это все выглядит. Вот. Я, видимо, срезала уже этикетку. Хотя здесь у меня написано 90. Вот такое вот платье. Классное, классное. А что-то я его зацепила, видимо. Да. Я же эту вещь, когда перевозила, все пихала в чемодан, потом доставала и так далее. Ну, ничего страшного. Здесь чуть-чуть вот бритвой пройтись, и вот эту зацепку можно убрать. А платье хорошего качества. Я не помню, были там другие цвета или нет, но качество просто отменное. Дальше для моей дочери я брала вот такой жакетик. Надевали мы его пару раз буквально. Сейчас застегну до конца, чтобы вы поняли, как он сидит. Он сейчас, конечно, великоват моей дочери, но, в принципе, если чуть-чуть подвернуть рукава, носить можно. Сзади вся вот эта вот красота. Видите, да? Очень красиво. Вот из-за этой красоты и из-за цвета я его приобрела. Я люблю вот этот изумрудный цвет. У меня изумрудный. Качество тоже хорошее. Придраться вообще не к чему. Многие турецкие вещи хороших брендов уступают качеству вот таких вот китайских фабричных вещей. Ближе покажу, где пуговица. Обычно все качество бывает видно в том месте, где пуговица пришита. И давайте снизу посмотрим. Видите, да, есть пару ниток, но это такие нитки вообще ни о чем. Отличная просто жакетка. Просто суперская. Однозначно советую. У нас есть еще подобная жакетка бежевого цвета. Бежевая жакетка, вот эта вот, она еще, мне она нравится больше, потому что она мягче. Почему у меня стало темное видео, секундочку. Так, продолжаем. Это мне нравится больше, она мягкая, нежная, нежная, прям как моя дочь. Эта жакетка более плотная и тяжелее. Это такая нежнятина. Ее тоже мы носили. Мы ее часто, кстати, носили, когда были в Дагестане, там, когда было прохладно. Мы ее надевали часто. Так, сейчас застегну всю красоту, чтобы было видно. Вот так это все выглядит. Видите, да, какая она хорошенькая. Девочка. Сихрашки, она прямо сейчас вот как раз. Размер не знаю какой у нас. Ну, повторюсь, я запишу размеры. И вот она вся красота вот сзади. Ну как это может не понравиться? Смотрите, как красиво. Какая красота. Так, на рукавах тоже черная такая отделка. И вот по низу тоже черная отделочка. Вот. На ней вот ниточки были, вот где пуговицы пришиты. Видите? Вот. Вот такие ниточки были. Это не страшно, кстати. А, еще одна. Так, куда бы ее повесить? Повесить. Ладно, сниму эту и повешу эту. Голубенькая. Тоже отличного качества. Прекрасная жакетка. По-моему, я эти все жакетки брала у одного продавца. Я сейчас точно не помню. Эту мы надевали тоже пару раз, и тоже в Дагестане, когда было прохладно. Вот так вот. Здесь она застегивается на пуговице. И декоративные бантики спереди. Вот.
Как бы вот так это выглядит. Пуговка и бантик рядом. Посмотрите, какая она сладкая. Посмотрите, как аккуратно сделано. Посмотрите, как можно вот это вот не полюбить. Посмотрите, какой нежный цвет. Просто бесподобная вещь. Вот. Очень-очень красиво. У нее сзади ничего нет. Ну, у нее, в принципе, спереди всего достаточно. Думаю, если бы еще сзади было бы, это было бы слишком. А так всего достаточно здесь. Вот. Красота. Она тоже нам, ну, вот сейчас носить вот как раз. Так, дальше что у моей дочери? Нужно прислушиваться, проснулись, не проснулись. Дальше вот такой вот костюм. Класснючий, класснючий. Юбочку сниму, покажу. Это на вырост. Вот такая, ну, на вырост, скорее всего, весной, в конце весны она будет носить. Вот такая вот кофточка. Все швы все показывать не буду, я вам говорю, качество хорошего вещей, если вы увидите вот одну вот такую вот ниточку и все, которую можно спокойно обрезать. И сзади, и спереди мороженки везде нарисованы. Цвет у продавца был, я помню, еще такой ярко-красный. Ну, что-то мне нравится розовенькая. И вот такая вот плиссированная юбка. Этот костюм мы еще не надевали, потому что все-таки он велик. Большой от моей дочери. Вот. Все вещи, стирку и глажку прошли. Поэтому то, что вы видите, это после стирки вот в таком вот виде. Да. А, ну, юбка тоже вот. Вот внутренние швы, все внутри как аккуратно. И здесь резиночка. На 2-3 годика спокойно можно носить юбочку. Дальше у нас свитер. Тоже на вырост. Такой грязно-розового цвета. Здесь такая вот. Секунду, сынуля проснулся. Я вернулась. Это сынуля проснулся. Пришлось вот такой. Так, здесь вот такая вот ленточка. И сзади есть такой небольшой разрезик посередине. Все, в принципе, остальное он такой простенький. Ничего особенного. Будет подходить с джинсиками, с юбочками, ну, совсем, с чем вам нравится. Он на вырост, он года на 3. Почему я покупаю вещи на вырост? Наверное, возникает вопрос. Потому что, если мне вещь понравилась, а сейчас у меня дочь маленькая или сынуля маленький, а вещь мне очень приглянулась, то мне хочется, чтобы эта вещь была у моих детей в гардеробе. Я ее покупаю заранее, потому что не факт, что когда мои дети вырастут, через два, что эта вещь еще будет в продаже. Вот поэтому. Все, идем дальше. Не могу громко разговаривать, боюсь разбудить своих детей снова. Так, наверное, я на этом закончу первую часть и вторую часть сниму, потому что очень долгое видео, очень длинное. Кстати, у меня часто спрашивают, вопрос задают, каким кэшбэк-сервисом я пользуюсь при покупке вещей в интернет-магазинах. Один из кэшбэк-сервисов – это SmartySale, им я пользуюсь часто. У него есть такая особенность, что можно закачать себе на мобильное приложение, пользоваться очень удобно, как на Android, так и на Asus. Вы можете делать покупки в 1100 магазинах. Представляете, 1100 магазинов. Я часто делаю на AliExpress, делаю в этом, как его название, это, господи, второй китайский магазин, на Shein делаю, делаю на iHerb и так далее. 1100 магазинов. И до 50% кэшбэка вы можете себе вернуть. И еще мне что очень нравится, там круглосуточная поддержка, которая вам всегда поможет с заказом. Так что вот так вот. Ссылочку я обязательно оставлю на этот кэшбэк-сервис. Заходите, регистрируйтесь, делайте покупки и получайте свои денежки обратно. Как это делаю я. Все, а на этом я закрываю первую часть своего видео. И продолжение будет дальше. Дальше будет очень интересно. Здесь будет платье вот такое, шутки будут. Так что... Ставьте ставки.